Всем доброе утро, дорогие друзья. Я готовлю кушать. Варю суп молочный. Ну, уже почти, то есть сварила. Сейчас масло закину. Еще свежую пачку достала масла. Но она сильно твердая. Рисовый суп молочный. Хотела простой суп сварить. А мне Оксана говорит: мам, давай молочную сварим. Я говорю: ну давай. Молочный так молочный. Так, старую пачку завершила. У нас сегодня отключили воду, а мы даже не знали, что отключат. Стала смотреть в группе ВКонтактах. Оказывается, после того, как отключили воду, уже написали в группе, что отключат воду, потому что какая-то авария произошла где-то. И для устранения аварии. Благо, у нас в бане вода есть всегда. В ведре стоит. Мы всегда набираем, и там в ведре у нас стоит. На всякий пожарный. Так, масло добавляем. Надо сегодня масло купить. Смотрю, 5 пачек уже масла осталось. Надо покупать. Но вот на месяц я заметила, у меня уходит 30 пачек масла. На всю семью. Все, дорогие друзья, суп молочный, считай, сварила. Сейчас вымою сраку. Блин, забываю, что не работает. Что воды нету. Рис закончился. Сегодня пытаемся, если получится, то сегодня поедем на оптовую базу делать закупку продуктов. Так что... Потом обязательно вам покажу все, что я купила. Не нравится мне все-таки, ребята, как меня постригли. Вот длинно волосы получились. Я не хочу длинные, я хочу короче. И сейчас жарко, потеешь. Хоть ты сколько раз в день мойся, все равно получается влажные волосы. Особенно вот это вот сзади. Вот постоянно они поднимаются. Постоянно я так приглаживаю. Ну, в целом так, букетик все еще, смотрите, ребят, у меня цветет, красота какая, да? Скажите, эти красивые букетики мне детки подарили. Молодцы. Ладно, дорогие друзья, вот такие вот дела. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Супик отварилась, сейчас масло постоит немножко. Оксаночка, ты будешь кушать? Тебе наложить, да, на? Ну, сейчас масло напреет, я тебе наложу потом, хорошо? Оксана уже проснулась. Время 10 часов утра. Что-то сегодня Оксана рано встала. Да? У нас сегодня кошка с ума сошла. Наверное, часов 6 утра. Как она начала носиться по мне, по дивану. Господи, и вот все еще, ну, вот сейчас недавно только угомонилась. Носилась и все утро, как стомашара. По всем койкам. И на второй этаж запрыгнет. И вниз. И по всей квартире. Это что-то с чем-то было. Ладно, дорогие друзья. Блин, воды нету, я хотела стирку делать. Поставила, главное, стирку, а через минут 20, наверное, воду отключили. Ё-моё, думаю, чё у меня машинка гудит? Так вот и машинку испортить недолго. Ладно, у меня забрали вчера улиток, которые заказывала девушка. Забрала. Еще вот одна должна прийти забрать. Которые посылка приходила на канале «Жизнь с домашними животными». Есть это видео. И вот там заказывали девушки себе тоже улиточек. Новые виды. У меня такие есть, они себе заказывали. И вот как раз им пришли. И мы пересадили наших субулинок, которые Машенька хотела. Они такие маленькие. Ну, я как-нибудь на канале «Жизнь с домашними животными». Многие просят здесь показать. Я говорю, нет, ребят, здесь мы не показываем. Потому что многие потом против, возмущаются, что я здесь показываю. Поэтому проходите на канал «Жизнь с домашними животными», подписывайтесь. Я буду там животных моих друзей снимать, на улице животных. Все, что связано с животными. Корма, может, какие-нибудь специальные обзоры сделаю. У меня многие друзья держат животных. Они все равно многие через меня заказывают, так как у меня скидки всякие есть. И всякое такое. Ну, и им удобнее, я знаю, где дешевле взять. Поэтому вот так вот. Тут еще приготовила для девушки сепию. Она попросила. У меня есть. Я заказывала, когда там большую коробку, 30 штук. И у меня есть. Она попросила, улиточек придет забирать. И сепию сразу надо будет ей дать.
Так что вот так. О, дурочка моя пришла. Куда же мы без мамы-то, да, Васенька? Вася, бедная Джары, хорошо ей, да, Васька? Да ты меня любишь, я знаю, что ты меня любишь. Чудо моё в пёрышко. Все утро носилась. Вот что я сегодня с тобой была, носилась как конь. Да, Васька? Васька! Васька! У нас, знаете, что интересно? Кричишь Вася, 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 а бежит Мася. Вася, Мася, одинаковые, да? Чудо. Кто-то мне написал, что она худая. Она, ребят, не худая, она хорошенькая. Такая мясистая девочка у нас, мясистая девочка. А кто-то, наоборот, написал, она очень большая для вашего возраста. Ну, так она кушает-то хорошо, да, Вася? А, Василис, пойдем глазки почистим. Пойдем? Пойдем глазки чистить. Ладно, всем хорошего дня. Так, дорогие друзья, у нас время день. И мы с мужем сходили в магазин. Сейчас покажу все, что купили. Смотрите, мои орхидейки цветут. Красиво. Белый уже отцветает. Но еще пока цветет, я его не трогаю. А фиолетовый шикарно цветет. Так, ладно, показываем все, что купила. Купили абаканские помидорки, они по 110 у нас. Также купили огурчики, они у нас по 49 вот здесь. Короче, овощи у нас вышло хорошо. Так, дальше взяли картошечку, вот такая вот она. Я не знаю, почему. Муж набирал, что-то не посмотрела цену. Дальше взяли вареную колбаску гостовскую, хотим окрошку сделать. Также взяли молочко на 2 литра. Булочки семейные детка мне попросили. Потом 2 булки белого. Укроп зеленый наш маленький, поэтому я вам уже показывала, что я хочу, чтобы он подрос. И копченое сало. Мы тот кусочек уже съели. И дети... Ай-яй-яй, Василиса! Вот смотрите. Видите, ко мне как лезет? Вася, нельзя! И вот копченое сало, считайте, кусочек такой взяла. Вот такие вот в целом все покупочки. Сварим сейчас окрошку, все для окрошки. И сделаем окрошку. В эту жару уже не знаем, что ребята есть. Так что вот так вот. Ну вот такую вот колбаску мы не брали. Как-то брали, но другую немного. А ту, которую мы постоянно берем, то и нету. Поэтому взяли такую. Ну, посмотрим по вкусу, если нормально будет, потом будем брать. Дорогие друзья, у нас вечер. Оксана, ты что так неудобно сделала? Вот так вот. А, у тебя там резинку надо переделать. Куда мы идем? В садик. В садик, Маша тоже. Спрашивали, почему Маша так всегда одевается. Маша, объясни, почему так всегда длинными рукавами, длинными этим. Потому что кусают. У нее сразу волдыри, ребята, выскакивают большие. Она их расчесывает. Причем расчесывает жестко. Сейчас, Оксана, хвостик переделаю и пойдем. Тебе пониже надо хвостик сделать, так получается. Угу. Надо потом через дырку в кепке. А дальше отойди. Ты прям очень близко стоишь. Вот и все, так нормально? Угу. Все, пойдемте. Приехали мы вчера с Оксаной домой, и все сразу заныли. Мама, нам тоже надо кепки, поэтому будем покупать скоро всем кепки. Им понравилась Оксанина. У Оксаны еще что включается? Да, если вот так вот посмотреть, видите, у нее светится ушко. Одно ушко почему-то, а второе не работает. Не знаю почему. А Маша хочет себе панамку. Ладно, идем мы в садик, ребята. Мы сейчас идем, смеемся. Маша какую хотела? Панамку. Какую-то там с огурцами, да. Я говорю, Маш, ну ты что смеешься с огурцами-то? Для девочки. Ладно, мальчику с огурцами. А для девочки-то вообще никак не ахти. И идем смеемся. Какой у Маши вкус. Панамку хочет с огурчиками. Да я не хотела, я пока. А, ты просто сказала, какая она там. Ну, вот так вот. Маша замечает вот такие вот вещи всегда. То с огурцами, то еще с чем-нибудь. Да, Маша, необычные. Которые, ну, необычные такие для нее. Ладно, идем в садик.
На улице погода, жарко, ребята, очень сильно. Девчонки решили... Что, мы тебя забыли? А мы тебя оставим и уйдем? Девчонки решили по лесу походить немножко. Чего? Так вон там вон надо смотреть. Гуляют. Девочки, мы в садик вообще-то идем. Сейчас гром гремит, не дай бог дождик ливанет. Вот здесь вот пройдитесь, вот здесь вот обычно всегда ягодки. Земляничку, смотрите, красную. Так, Маш, вот там вот пройдись за деревьями дальше. Не бойся. Так ты не беги. Аккуратно пройдись. Вон Оксана нашла ягодки, да, Оксана? Оксана, ты с этой стороны вот так вот иди через веточки. Вон там он, я вижу отсюда ягодки. Ой, хорошо, конечно, но у нас гремит, мы поэтому пораньше пошли в садик. Ну как пораньше, время 6:00 уже, по сути. Мне приходится стоять и их ждать. Мы вчера идем, смеемся, Маша такая говорит: мам, смотри, ромашки, можно гадать. Я говорю: что будешь гадать? Она говорит: любит, не любит. Я говорю: а давай погадаем. Посуду моет, не моет, уборку делает, не делает. И мы шли, смеялись. Интересно было. Что, много нашли? Которую? А ее еще рано собирать. Пойдемте. Она очень синяя. Сладкая, нет? Ну, я поняла. Покажи на ладошках. Сладкая. Дай попробовать одну ягодку. Все, пойдемте в садик, гремит на улице. Правда, сладкая. Ну, такая вот природа, красота. Да, все рано расцвело. Ну, нынче, да, нынче все рано расцвело. Ладно, дорогие друзья, бежим мы в садик, а то гремит что-то на улице.